шляпу. Шутка, шутка, шутка. Шутка, юмор, смех. Все кони в Лёшку. Ой, так, что порассказать-то, пока мы сейчас перестраиваемся. Ну, знаете, с последнего пранка в мою сторону. А? А, не, я стараюсь, погоди. Мне же тоже передохнуть. Вы там это? Ничего такого кардинального не было. Единственное, знаете, как здорово общаться ВКонтакте онлайн. Когда ты выходишь, и тебе говорят: Серега, ты кто? Ну, в смысле? Я говорю: ну, знаете, я цыган, у меня старший брат, поэтому мне Серега в правом ухе. Ну, короче, вообще, один мне говорит просто, так нормально: чувак, не исполняй. Это шедевр, я вписал в свой блокнотик. Ну, ничего, сколько людей, стойкое воспитание. И я счастлив, то, что здесь наша преданная публика. Даже колешечку преклонил. Это ей-богу. Это счастье безумное, ребята. Спасибо за то, что вы дарите его мне. А я надеюсь, что мы дарим его вам. Спасибо, Рома! И хотелось бы поблагодарить организаторов, разумеется, этого всего дела. Роман Гольчик Харланов, он там. Он выше всех, его можно увидеть. И Эльнура Арутюнян. Она добрее всех. И это тоже можно увидеть. Подергать за ресницы. Спасибо, дорогие. Мы дальше? Да. Нет. Вскипятимся, Москва! Ну надо, все готовы, чтобы прослабить. Ты упади на ладонь расправя, если нет сухого моря, вулканизация нет. Аккумуляция боли, пожутизация нет. И эпиляция боли. Вспомни наш 2000 какой-то седьмой. Сначала девушки. Так, я даже одно ухо открыл, чтобы слышать. Девушки. Прошу тебя. Окей, парни. Прошу тебя. Ой! Yeah.
тебя нанесено. Умри, как я, и будь со мной, ты будешь мой. Как говорится, за свадьбу-то с королевой-то.